Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Здравствуйте, собратья, здравствуйте, сосестры. Канал Ивана Фолиота приветствует вас за просмотром Resident Evil 2 Remake, прохождение Тиза Клэр, 9-я и финальная часть. У нас с вами стартует, друзья мои, сегодня мы наконец-таки завершим эту великолепную игру, должен признаться, даже как-то жалко с ней расставаться будет, но все когда-то хорошее кончается. Перед тем, как мы продолжим, нам нужно навести небольшой порядок в наших инвентарях, сундуках и забрать все необходимое для битвы с боссами. Как вы знаете, в случае с Леоном было 2 босса, здесь будет нечто другое все происходить. Но первый босс такой же будет, сразу предупрежу, я думаю, ни для кого это не секрет. Но события будут немножко по-другому развиваться, и это прикольно. Вот из-за чего я хотел, собственно, и пройти. За Клэр тоже. И не пожалел об этом пока что ни секунды. В общем, снаряжаемся в путь. Гренки потом возьмем, в принципе, сейчас они нам не суть нужны. Хотя, блин, у меня места полным-полно. Просто мы еще кое-что будем подбирать. И на всякий случай, чтобы было. Так, объединяем патроны, делаем кислотные гранаты. Вернее, порох, не патроны, а порох. 12 нам должно хватить. Хотя даже с лихвой хватит. Заряжаем. Так, выложим, во-первых, выложим сейчас, да, зажигательные гранаты. И наведем небольшой порядок в наших тоже здесь закромах, сусеках. Все вроде. И вот целых 8 ячеек еще осталось. К бою, как говорится, готово. Заряжаемся. Заапгрейжена у нас электропушка. Заапгрейжена у нас все пистолеты, все УЗИ. Повторюсь, мне показалось разнообразие вооружений у Клэр гораздо больше. Так, давайте сохраняюсь я перед этим самым. Я сохраняюсь, я так говорю, у меня прохождение не хардкорное, ни на что не претендует. Просто стараюсь в атмосферу, стараюсь в приключения, что ли, для себя открыл эту я великолепную игру. Очень жалею, что не прошел ее в те времена лохматые. Какие не лохматые, как будто вчера было. 19-й год. Я просто к тому, что даже, наверное, тогда она еще, может быть, и не так была оптимизирована. Так что сегодня вот есть возможность с более качественным железом, хорошей видеокартой, с хорошей оптимизацией этой игры, есть возможность вот вам ее продемонстрировать на максималочках, что я люблю обычно делать. Надеюсь, это как-то вам бросается в глаза, что все-таки графика у меня здесь на максимум выкручена. И я от нее получаю здесь очень качественная картинка. Спустя 5 лет игра смотрится великолепно. Двигаемся, друзья мои, к боссу далее. Здесь у нас, как вы помните, да, мы как с Леоном, так и с Клэр сейчас будут происходить похожие вещи. Сейчас запустится катсценка с появлением, да, господина Биркина старшего. Ну как старшего? Глава семьи, все-таки мужчина, превратившийся вот в такого вот. И мамашка подраненная. А почему она подраненная? Я что-то упускаю из виду. Was my husband. She is my creation. William. Зачем ты наводишь на него пистолет? Я что-то не понял. Ты бы его все равно не убила бы. Как Raccoon City burned to hell?
I couldn't let my daughter grow up in a world with the G-virus in it. But that's no excuse for... Его даже спецназовцы не смогли убить, он после автоматной очереди встал. Она на нее пистолетик навела. Странная женщина. А что у нее за раствор такой, в котором она у него стреляет, а ему все равно, он там на время как-то... На дезмораль уходит, на легкую. Какая-то кислота это или что? Или антидот какой-то. Но на него он уже не действует, судя по всему. Но она прям с такой уверенностью по нему стреляет. Ну ковбойша. Ну все, разозлили Клэр. Понеслась. Как говорится, моча по трубам. Тактика с ним все такая же. По возможности уворачиваемся. И отстреливаем ему глаза. Дожидаемся, пока он впадает вот в такую вот, да. Он распушает свои яичишки, глазенки такие. И по ним, собственно, мы проходимся электропушкой. Очень много смены оружия происходит. Так, ждем, пока глаза. Так, мне надо поменять, зарядить кислотный патрон, да. Пум. Еще разочек. Ай, промахнулся, что ли, я, да. А теперь не промахнулся. Да вроде несложная с ним битва, но я, признаюсь, не с первого раза. Потому что как-то он меня здесь немножечко как-то размотал. Промахнулся. Ну, ничего страшного. Тихо. Вот сейчас чудо просто повезло мне. Дядь, ну ты подставь чуть-чуть, спасибо. Все, встает он, да, встает он. И хорошенечко. Разрядиком ему. Им по этим, по самым его бубенчикам. Так, быстренько пробуем кислоту. Но у него все, у него же там, походу, запустился мувсет. Ой, всего навалено. Так, наверное, зря я. Тихо. Искрится все вокруг. Страшно. Тихо, подожди. Все-таки зараза. Я надеялся, что я его без дамага попробую. Сейчас можно, наверное, уже с пистолета. Они уже краснющие. Все. Отлично. Ну, немножко, конечно, шкандыбнул он меня. Ничего страшного. Я говорю, я не претендовал на играние без дамага. Но, так или иначе, падает этот дружбан, который всю игру за нами. Спасибо. Только ты ошибаешься. Он все равно, зараза, регенерирует. Вот сейчас спреем как раз воспользуемся. Все равно мне он больше незачем здесь. Ну и сейчас у нас сладостный момент. Так же, как и за Леона, сбора здешнего лута. Подгребаем и потихонечку будем... Слушайте, а как же его, правда, действительно уничтожить-то можно, если он не умирает вообще ни от чего? Грузовой лифт. Я сомневаюсь, что она его сейчас завалила. Я думаю, вы это все и так знаете. Хотя за Леона, играв, мы его завалили. Там уже дрался с нами мутировавший G-Man. Как его? Тиран. А Биркина-то уже... Хотя нет, он же там в конце, я помню, титров-то он все равно проломился. Но... Видите, разработчики специально интригу сохранили, оставили нам на Клэр прохождение. Ну ладно, сейчас пока не буду забегать вперед. Я думаю, вы и так все знаете, чем все кончится. Но забегать вперед пока не буду. Будем сейчас поступать. Ну все, это дело здесь. Надо вам сейчас подсобрать немножечко ресурсиков. По-моему, последний оставшийся. Гранатка, отлично. Гранатка пригодится по-любому. Гранатки здесь мощные. Как про... Только нету гранат здесь усиленных, как из Леона было. Кстати, обращаю внимание ваше. А, подождите, а у нас были во втором усиленные игре? По-моему, не было тоже. Это в четвертой части усиленные игре были.
Да, вердугу я помню. По нему усиленной гранаткой. Так, еще у нас световая. Жизнь световая. Так, а где? А я что, все отстрелил уже, что ли, патроны? Блин, много потратил патронов-то, кстати. Но они нам, по-моему, по идее, уже больше не понадобятся, эти усиленные магнумовые патрончики. Так что нормально все. Нормально живем. Так, вроде все. Можно садиться на лифт. Вот там, слева. Ну, прикольно. Локейшн мне этот нравится. Стоп, давайте еще раз смотрю. Вроде ничего не забыл. Ну, мне подсветило бы, если бы что-то не делал. У меня с подсветкой. Вот. А, нет, ну я не знаю. Это, наверное, просто худ можно. Люди убирают худ, даже чтобы играть без прицелов, без всего. Наверняка рисуют себе маркером в центре экрана точечку и по ней ориентируются. Хитро. И думают, что типа, ты смотришь, как они типа, прямо на опыте. Ну что ж, покидаем, покидаем. Местечко это, гнездище. Ну еще пока, конечно, не до конца мы его покидаем. Но к выходу уже можно протягиваться. Возвращаться надо к Шерри. С этой Аннет сумасбродной. Непонятно, что она там отчебучить может еще. Трупы никуда не деваются. Но кто бы их... Кто бы их отсюда выволок? Потом, конечно, уже, наверное, выволокут. Да. Интересный, конечно, такой здесь комплекс они под горой построили. Так, это у нас... Нам нужно в северную зону, да. Предбанничек самый, когда мы самый первый пришли. Так, у этого тоже ничего нового. Но здесь можно особо не задерживаться. Сейчас проходим дальше и идем в комнату. Посмотрим катсценку. Sherry's gonna be all right. She'll be weak for a little while, but yes, she's free of the G-virus. Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monsters. Don't worry about me. Take my daughter to safety. I'm sorry, Sherry. For everything. Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct code. In case the G-virus leaves the building. Save my daughter. No! Sherry. Sherry, you're gonna say goodbye to your mom. Mom, please say goodbye. Please, Sherry. Listen. She loved you, okay? You really gotta get going. Come on. Attention.
were right about this jacket. I'm so lucky to have you. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. Печальная сценка, как и с Леоном. Ну, с Адой Вон, конечно же. Получаем мы четвертый доступ административного уровня. Шерри, ты walk faster? Yeah. I don't want to rush you, but we have to go. Ну, конечно, жалко мне девчушечку эту. Без родителей, считай, осталось. Так-с, давайте тоже выбросимся. Все ненужное. Так, я думаю, наверное, эту оставим. Пистолетными я точно уже пользоваться не буду. И пулеметными тоже. Я имею в виду обычными пистолетными. Так, у меня, интересно, осталось здесь возможность сделать пороха еще. Так, во-первых, надо... Да, что-то я не заапгрейдил ни хрена сразу. Эту самую свою гранатометницу. А она дает нам более узенькое сведение, скажем так, разброс уменьшает. И это нам поможет сейчас немножечко. Так, что еще взять? Да вроде пока ничего и не надо. Нас еще ожидает встреча одна с нехорошим монстром, сразу скажу. Так, надо выкинуть эту хрень. Что она у меня лежит? Конечно, делать это не обязательно. Так, да, забавляемся. Ну, я надеюсь, что хватит. Задача свалить теперь отсюда. Так, надо... Нет, стоп. Мне красненькие нужны патроны, да. Храним это. Да взять-то уже особо больше и нечего. Заапгрейдим, да. Я вот Леону не заапгрейдил оружие. Не знаю, дают за это ачивку или не дают, когда ты апгрейдишь все оружие в игре. Потому что я ему его, эту Матильду, как она там зовется-то, его пуколка, пистолетик обычный. Я ему так и не заапгрейдил. А к нему еще можно было присобачить тоже приклад. Ладно, все, сохраняемся. И вперед, как говорится, из песни. Так, локдаун, туда уже не пройти. К фуникулеру. Нам туда и не надо. Там так, ну, слишком большой путь проделали, чтобы оттуда свалить. Сейчас такой же тоже будет грустный момент покидания этого гнезда. Девочку, правда, очень жаль. Девочка благодарная. Все понимает прекрасно. Приятно, очень приятно. Мне Шерри понравился. Здесь не знаю, как в оригинале было. Что-то похоже, да, конечно, в оригинале это уже все едва ли смотрибельно и актуально. А здесь все-таки пересобрали заново игру. Ножик еще дают, невозможно взять. С нуля, что называется, все это дело перерисовали. И таких вот нарисовали харизматичных персонажей. Ой, какой красивый взрыв, такой же, как был с Леоном. Так, ну мне здесь что-то выложено. Ножик с этим. Со спреем. Еще раз сохранилось. А чего нет? Раз предлагают. Предлагают, бери.
Так, еще пока таймер не запустился. Надо спокойненько гулять. И я просто иду специально, чтобы разглядывать по углам, не пропустить ничего. А, все, пошел. С этого момента начинаются большие проблемки у нас, ибо, как вы помните, здесь находятся эти тентакливые. Так, там еще один сзади. Ну, что-то он не стал подниматься. Странно, что тот не стал подниматься. Когда я за Леона, он меня прям самый первый встречал. А-а-а! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, отлично, завалился. И потратим последние гранаты. Ой. Что-то я немножечко подогорел аж сам. Что-то такого до этого не было. Скатиться по лестнице нельзя. Ага, здесь я помню, нас этот тиран встретил, когда мы бежали. А что нас ждет сейчас? А за Леона она открыта была. Так, ну-ка сейчас для разнообразия постреляем из этой, из электропушки. Ой! Господи, боже мой. Ну, криворукий, да, я. А нормально она их как это вводит. Как тазер, короче. Пролизованное состояние. И... Шерри пока там. Все, я надеюсь, это... Два было всего. Да, отлично. Да не говори. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Здесь нас, я помню, тиран поймал. Вот в этой комнате. Здесь стоит зомбарь. Его можно пистолетом, усиленным патроном, в жбан заваншотить. Atta girl. А вот и поездец стоит, нас ожидает. Собираем последнюю травушку. И сейчас соберем эти все гранатки наши, которые, ну, ручные гранаты, да. На всякий случай достану я одну травушку, потому что чем черт не шутит? Тут иногда меня все-таки некоторые товарищи, как вы могли наблюдать, доставали. Особенно вот последний, предпоследний сейчас был Кутрый Босс. Разок меня все-таки шмальнул. Да и в третьей части я помню, когда мы только встречали этого. У меня так пару раз там нормально приходнул. Так, поезд у нас здесь находится на платформе. Депошный такой, который крутится, я так понимаю. Надо ее как-то развернуть, наверное, или что. Так, вот там комната управления есть. Давайте сперва в поезд заглянем. Вроде открывабельный. Что еще тут есть? Так, тут предохранитель. Соединитель штекер, короче, какой-то. Соединительный штекер. Ой, ну все. Круто. Крута наша Клэр. Always она be careful. И так у нас остается чуть меньше 7 минут. И тут нам пуколку еще последнюю дают, ребятки, как можете наблюдать. Так, используем. Когда что-то делаешь, что-то получается, да. Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Look, you need to get out. Fast.
I know. I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon, I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon! Damn! Ну все, связь прервалась. Как, в принципе, в прошлый раз. Никакого нового диалога мы не услышали. Зато увидели новое оружие, миниган. В общем, вообще от щедрот нам под конец разработчики накидали, повторюсь, вооружение. С явным намеком, что сейчас будет происходить что-то нехорошее. Раз уж миниган здесь лежит, то неспроста, значит. Ну, конечно. Бабах. Ну, здравствуй. По бубенцам мы продолжаем стрелять. Так, ну здесь вот нам как раз потребуются гранаты. И желательно еще и не попасть ему под его клишню, потому что урон очень серьезно наносит. Тихо. Ну прикольно, так красиво, конечно, этого моба нарисовали. Как и в случае с тираном, да, кидаем на него гранатки. Все, вроде, я все израсходовал. Нет, еще висит у меня, еще парочка есть. Баба. И последняя пошла. Последний как-то коряво бросим. Ну, вроде он так нормально его там продамажило, бубенцы уже покраснели совсем. Правда, ему хоть бы хрен по деревне, я такой уже его раз с ним встречаюсь. Третий, да? Победите Г четвертой формы. За 4 плюс минуты. Слушай, ну прикольно. Дали за эту ачивку. Четвертой формы. То есть, значит, получается, четвертый раз я с ним встречаюсь. Не могу вспомнить, когда. Первый я помню, когда Шерри мы встретили. Второй, вот, по-моему, сейчас был в самом начале этого видео. А, мы же еще контейнером его херачили. Да, все, точно, я вспомнил. Да. Совсем вылетело из головы. Ну все, в общем, не так сложно. Венками закидали, немножечко из минигана прошлись по нему. Все. Главное не дать ему напрыгнуть на вас. Покатить его постоянно необходимо. Запускаем нашу Тарантеллу. Чёртовы бабушки отсюда. Ну, Леон, судя по всему, должен был успеть, если я все правильно понимаю. Коль уж у нас это параллельные у нас истории висели с ними. So what's the first thing you want to do when we get out of here? I want to see where you live. Good. Zai, take a shower. Yeah. Really? Not bad. Oh, yeah. Claire! Leon! It's so good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Who's this? This is Sherry. Okay. Jesus! What was that? I don't know. You stay here with Sherry. I'm gonna go check it out. Да, друзья мои, вот, собственно, и еще одно очередное отличие того, что происходило в финале. За Леоном мы здесь уже все просто врывались, грубо говоря, к ним. И на этом сцена заканчивалась. Ну, еще были финальные кадры после титров, там, что кто-то там проломился сквозь дверь. И вот, собственно, это проломление мы сейчас будем с вами за Клэр и уничтожать. Ничего нам для этого сильно особо не потребуется. Минигановских патронов должно хватить. Ну, единственное, что только надо подсобрать разбросанное здесь. А ну, повторюсь, нахрен уже все это не нужно. Это прям вот мы сами самые-самые последние шаги делаем. А этот, кстати, чем стреляет? 7,62, это 9 миллиметров. Не канает. Я так просто решил
проверить. Ну что, идем. Идем смотреть, что там происходит. И я считаю, что это классный момент. Это и даже из-за него стоило только за Клэр поиграть. Ну вообще он тут расхозявило его. Ждем, пока он свою вот эту вот, да, хлюпалку. Пока он пасть свою, в общем, откроет, там у него появится глаз. Вот те три, вот те два, вот те раз. И он прям, кстати, слизью все весь заморосил. Засморчеглазил, короче, весь вагон. И все, появляется его третий глаз. И прям туда ему нас накидываем. Стоим. Стоим просто, тупо кайфуем от момента. Уже тут патроны не кончились. Все. Ой, там все взрыва. А, там уже все. Сработала система самоуничтожения. Ой, ломай все, давай, Леон! Леон! Она сейчас ему еще трубой, смотрите. Леон то же самое в четвертой части проделает. С плагой. Ой, красивый такой момент. Только я сейчас сразу сомневаюсь, что он сдох. Какая-то уже у него пятая форма, да, была? И вот он, свет в конце тоннеля, ребятушки. Ну что ж, финальную заставочку сейчас посмотрим. И поболтаем с вами в титрах. Здесь она совершенно отличается и максимально красиво и интересно дополнена. Are you guys like boyfriend and girlfriend? No. We're just Oh, we actually just met last night. Yeah. That would have been one hell of a first date though. Yeah, you have no idea. Look. He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Come on. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. Adopt you? We can get a puppy. Puppy? And a parrot. Parrot. I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Уху-ху, друзья мои. Ну что ж, вот и подошла к концу наша с вами эпопея. Эпопея, прям я пафосно так. Конечно же, скромное мое прохождение. За Клэр и за Леона подошло к концу, я повторюсь. Вот такой вот у нас счастливый здесь конец. Доработанный, доделанный, потому что за Леона нам такое, повторюсь, не демонстрировали. И даже вот из-за этого только за Клэр стоило поиграть. Посмотреть обе истории, хоть они и похожи, естественно, там, это и такие игровые условности, на которые я готов закрыть глаза, потому что вернуться и еще разочек пройти, получив еще некоторые новые какие-то локации, некоторые новые события, которые происходили, оно того стоило. Это я вот, я редко люблю перепроходить прям игры. Но в данном случае мне все зашло, все понравилось. Что сказать? Я, конечно, при игре за Леон там
высказался уже относительно всего этого проекта. Но это крутой, амбициозный очень проект был. Очень серьезную, хорошую работу проделали разработчики с большим уважением к первоисточнику. Это же уже другие, это же, по-моему, Konami, Capcom это делал. Я запутался, короче, кто там или кто. Изначально, по-моему, Konami были, потом Capcom в себе эти права выкупили. Поправьте меня, если я наоборот сказал. Так или иначе, действительно, отнеслись с уважением к первоисточнику, пересобрали полностью игру, добавили интересных событий, таких как этот тиран, который нервы трепал, будьте здрасте. Ну, не то чтобы прям трепал, не то чтобы прям его супер много было, особенно за Клэр. За Леона побольше все, конечно же, он всю игру у нас преследовал. А вот за Клэр, как одно из отличий прохождения, его убивает Биркин отец. И я уже хоть потихонечку вспомнил, что вообще эти за Биркины, друзья. Мы за Шерри можем играть в шестой серии, в шестом Резиденте. У нас, повторюсь, с Витькой есть прохождение у меня на канале. А вот он как раз играл тогда за Шерри. И бегали, по-моему, они с этим, с сынулькой Вескера. Я уже забыл, как он, Джейкоб, по-моему. Джейк или Джейкоб. Не суть важно. Ну и здесь, просто повторюсь, приятно. Очень классно сохранена атмосфера 90-х годов. Не очень я так, правда, сейчас понял. В оригинале, по-моему, то же самое было. А может и не было, чтобы так проезжал водитель на машине и факт показал. Не часто так увидишь, чтобы такие смелые водители показывали факт полицейскому. Все-таки ли он-то в полицейской форме. Есть ряд некоторых нелогичностей в поведении, например, той же самой мамки Биркинской. Но в целом и в общем у меня замечаний нет никаких по сюжету. Он, звезд с неба не хватает, обычный зомби-ужастик, причем такой, он все-таки один из первых, по нему в основном игровая индустрия ориентировалась, делая свои там проекты, и не только игровая индустрия, все-таки кинематографическая индустрия тоже. И было даже в 90-х годах-то мрачновато в нее играть. Здесь я тоже признаюсь, был период, я себя прям заставил в нее играть, потому что было какое-то плохое настроение у меня, а играть в ужастик в плохом настроении у меня не тяжеловато, с моральной точки зрения. Но потом, как только я сел, я влился заново в это, в изучение, в атмосферу, в красоту, и прям не заметил, как пролетело время за этим, собственно, моим пребыванием здесь. Повторюсь, да, и очень я надеюсь, что вы это заценили. Потратил целых почти $1.5, чуть больше, $1.60, по-моему, с копейками, на приобретение старой озвучки 98-го года, которая также возвращает немножечко ностальджи, момент такой возвращает вам, когда вы слышите все эти звуки, меню, музыки. Естественно, все там движения, стрельба, это все не стали они, конечно, там, ну, звучали звуки оружия немножко по-убогому. И вот это совсем не надо было переносить. Просто чисто саундтрек и звуки некоторых элементов меню, что вполне хватило, чтобы, повторюсь, еще раз ощутить то самое приятное чувство, когда ты вспоминаешь, как ты сидел, пугался, разгадывал загадки, изучал этот полицейский участок сначала, потом спускался в эти тоннели, там колобродил, потом приезжал в гнездо в это. И что радует, что в случае и с Шерри, ой, с Шерри, и с Клэр, и с Леоном все по-разному немножечко происходит. Ну, только вот в оригинале немножко по-другому там события были в качестве у Леона. По-моему, там Аду Вонг ранила вот тентакливая вот этот вот монстр этот, пока они в фуникулёре ехали. Здесь все как бы... Она там упала, пролежала, как и Шерри, в принципе, упала и схватила заражение. Чудеснейшим образом, которого она избежала благодаря Клэр и ее непутевой мамашке, которая в последний момент опомнила, что у нее дочка. Это, конечно, такая скотина. Я прям вот очень к ней негативно. Хоть, конечно, в конце ее немножко жалко было, так чисто эмпатично, по-человечески, но все равно. Так к своему ребенку относиться я осуждаю крайне. Но это сюжетно, видите, это прикольно. Это сделано, сюжет. Он не говорит, звезд не хватает, он выставляет испытывать эмоции. Мне очень многие не жаловались, что типа просто мамкин какой-то этот,
пожалей-ка за ребенком. Ну, а мне вот почему-то такие вещи заходят. Они не нарочито сделаны, без всякого вульгарщины, без всякого вот этого, как бы, как это объяснить-то? Без всякой вот этой претензии на вот это вот. И обратите внимание, играя за женщину, здесь нету этой всякой дурацкой повесточки, что. Хотя она, конечно, так себя ведет, типа крутая, но она ковбойша, она сестра Криса Редфилда. Она все-таки, у нее брат крутой, он наверняка чему-то ее там научил. Или как-то вообще у них семейка такая крутая, что, в принципе, дает. Ну и в 98-м году не было таких замороченных повесток, все-таки, как сегодня. Спустя 30 лет практически. Ну, не 30, ладно, чуть поменьше. Но так или иначе. Я повторюсь, я вот в этом во всем женском коллективе не ощутил себя каким-то дурачком, как, в принципе, Леон не ощутил. Ну что, друзья мои, мой вердикт 9 из 10. Увидимся с вами в прохождении третьей части, вот такие у меня результаты. Ну а вы тыкайте пальчики, подписывайтесь на канал. Фолиот был у микрофона, всем до новых волнующих встреч. И как всегда, большое пока. Пока-пока.